Меня зовут Елизавета Назаренкова. Я мастер спорта международного класса по художественной гимнастике. Чемпионка Азии, призер всемирных игр и кубков мира, чемпионка России и Узбекистана. Сегодня мы покажем, как подготовить показательные выступления для общероссийской гимнастрады по номинации «Общая гимнастика». Всем здравствуйте! Сегодня мы начинаем постановку. Выстраиваемся изначально в рисунок галочки. Две диагонали в эту сторону и диагональ в эту сторону. Проверяем равнение чуть-чуть ближе к центру. И начинаем мы с первого движения. Сначала я показываю. Руки ставим на пояс. И по очереди с первого человека начинаем поворачиваться с прямыми руками в обратную сторону. Делаем первый, второй, третий, четвертый, все поочередно. Давайте попробуем. Приготовились, руки на пояс. И начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И заканчиваем в позе с прямыми руками. Угу. Хорошо, давайте еще разок. Приготовились. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Здесь у нас точка. После этого мы собираем руки, открываем и встаем в такую позу. Да, еще раз, левая нога у нас спереди, мы перешагиваем с правой на левую, руками делаем круг и поза. Угу. Приготовились все вместе, встали в позу и раз, два, три, четыре. И на три-четыре мы собираемся, мальчики собираются вниз, ставят руки на коленки, девочки подходят к мальчикам, ставят руки на спину и прыгают прыжок с ногами в сторону. Давайте попробуем. Встали в позу. Угу. Левая нога у нас спереди получается, левая. Ага. И раз, два, три, четыре. И прыжок пять, шесть. И встали семь, восемь. Хорошо. После этого мы расходимся. Девочки на 8 счетов выходят вперед, мальчики уходят назад. Мальчики уходят движениями прыжка назад. Девочки, поднимая руки, выходят вперед на 8 счетов. Приготовились все вместе. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Получается теперь 4 мальчика сзади, 2 чуть-чуть спереди, 2 сзади и спереди у нас круг. Мальчики выполняют ряд акробатических упражнений, в то время как девочки выполняют танец. Начинаем разучивать комбинацию танца. Я сначала показываю. После того, как мы прибежали, опустили руки и начинаем шаги. Руки вперед, в сторону, одна наверх, вторая наверх. И опустились на правое колено. Давайте попробуем вместе. Прибежали, подняли руки наверх, опустили. И правая в сторону, правая наверх, левая наверх. Прыгнули. Раз, два. Угу. Еще разок. Приготовились. Да. После этого поднимаем руки наверх, практически на одном месте делаем взмах руками и поза. На позе у нас левая нога на пассе,
правым локтем мы касаемся колена. Угу. Еще разок. Опустились вниз. И раз, два, три и четыре. Приставляем ногу вперед и крутим поворот в пассе, приземляясь на правую ногу в выпад. Угу. Еще разок. Начинаем сначала. Вот мы с вами пробежали, подняли руки наверх, опустились. Шагаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поза восемь. Хорошо. Разучиваем дальше. После позы мы с вами делаем шаг левой ногой в сторону и круг рукой. Угу. Получается. А раз, два. Отсюда нога приставляется и акцент руками вперед, нога назад. Угу. Угу. Доворачиваемся вот туда лицом и выполняем такое задание. Встаем в мостик на правую руку, левая рука смотрит наверх. Затем опускаемся на колено, и нога скользит у нас в сторону. Мы оказываемся с вами вот в такой позе. Угу. Еще разок сделаем это упражнение. На этом танец девочек у нас заканчивается. Девочки, пока отходите в сторону. Мальчики, выходите вперед. Сейчас мы покажем, что в это время делают мальчики. Мальчики, встаем. Руки в сторону, ноги на ширине плеч. Опускаемся в столик. Ставим руки и уходим в упор лежа. Затем уходим на коленки. И это первая часть. Хорошо, теперь еще раз повторим. Встаем.
8. И теперь выходите в стойку на руках. И два мальчика спереди начинают вращаться, два мальчика по бокам просто стоят в стойке. И закончили. Да, давайте еще раз это повторим. Теперь из положения сидя мы встаем, мальчики спереди выполняют прыжок разножка, и мальчик по бокам выполняет прыжок флажок. Давайте попробуем вместе. И встаем, раз, два, прыжок, три, четыре. Да. Готовы. Делаем поддержку в шпагат. Один гимнаст берет левую ногу, второй гимнаст берет правую ногу. Девочки держат под руки. Гимнастка толчком ноги выходит в форму шпагата. И раз, два. Правильно. Затем мы опускаем правую ногу и опускаем левую.
зовут Комаров Андрей Михайлович, старший преподаватель кафедры физического воспитания Московского государственного университета имени Ломоносова. В обучающем ролике приняли участие студенты отделения спортивной гимнастики, одни из них мастера спорта, а кто-то начинающий спортсмен, который пробует себя в гимнастике.